нашої студії завітав організатор цієї благодійної акції Максим Брєвда. Вітаємо вас. Доброго утра. Дійсно, проходить терміновий збір грошей на допомогу, на лікування Каріні Драгомірові. Хотілося б від вас, як від організатора, дізнатися детальніше про її захворювання, які максимальні сроки збору грошей і як можна врятувати дитині життя. Ну, щодо діагнозу, то есть, наскільки мені звісно, я почитав по документам, дівчинка перенесла острую форму менінгіта, після чого отримала ускладнення. Вот, діагноз там, письмо є дуже длинний. Вот, после чего у нее там проблема с легкими, с вентиляцией, и она уже порядка 10 месяцев находится на лечении. Я знаю, что пару месяцев назад ее с помощью одних чиновников добрых помогли отвезти в Ахмадет в Киев. Вот, надеялись, что в Ахмадете ситуация будет поправима, но они там полностью провели все анализы, все исследования, и вот получили мы выставок. То, что МОЗ, полностью все печати, все подписи, что МОЗ, то есть Министерство здоровья. Да, охраны здоровья, написало, что там написан полностью диагноз, там хронично, в общем, там очень много слов, да, и выяснилось, что можливости лікування в закладах охраны здоровья Украины, то есть необходимость постановки стимулятора диафрагмы, в Украине операции с постановки стимулятора диафрагмы не проводятся. То есть потрібно... Тобто лікування в Украине неможливо. Да, вот есть полностью, можно посмотреть, то есть они не могут пока что эту, провести операцию, у нее там проблема у девочки с трахеей. То есть, ну, она как бы, что самое главное, почему мы срочно вклинились, что она, у нее хорошие шансы поправиться, она все-таки не падает духом, и ребенок находится постоянно в борьбе, то есть она в сознании, то есть она, у нее есть шансы, просто надо девочку отправить срочно в Германию. Вот. Немецькі лікарі готові прийняти Каріну? Да, они готовы принять, но вот пришло тоже первое письмо, сейчас последнее, вернее, письмо с Германии, что ограниченные сроки, потому что у них там очередь на операции, и профессора там, у них начинаются какие-то съезды, там, потом эти Пасхи, отдыхи, и они написали, что до 27 числа желательно крайний срок, чтобы девочку привезли с Украины в Германию для того, чтобы срочно сделать эту операцию, потому что потом они не могут гарантировать сроки и что успеют. И час будет упущен. И время будет потеряно, и никто не знает, как бы, что потом и когда это все сделается, а уже ребенок все-таки устал и, ну, надо не тянуть резину, потому что уже достаточно потеряно времени. Министерство охраны здоровья невеличку частину оплачує на лікування Каріни, а ось щодо того, яка необхідна зараз сума збору? Ну, на самом деле, Министерство охраны здоровья, благодаря того, что губернатор там подавал несколько просьб на министра, насколько я знаю, вот, по оздоровлению, то есть они сейчас договорились, что они берут МОЗ, то есть полностью берет сейчас гарантии на себя, вот, в оплате лечения. То есть это порядка 160 тысяч евро. То есть они закрывают практически всю часть лечения. Ну, как бы договорились, что сейчас финансирование прямого тут, прям тут же не будет, там в ближайшие сроки. Просто МОЗ дает гарантии клинике Германии, что они оплатят это лечение. То есть они, Германия согласилась, я так понимаю, в ближайшие сроки по-быстрому принять, ну, грубо говоря, под гарантии в долг на лечение. Украинского, да, но получается, МОЗ не успевает решить вопрос с перелетом, а там сумма 26 700 евро, которую выставила авиакомпания. Все начинают сразу спрашивать, почему такая сумма большая. Да, на самом деле сумма для авиаперелета не маленькая, но надо понимать, что это не просто авиабилет. Это незвичное. Да, у нее перевезение. Девочка подключена к аппарату искусственного дыхания, то есть она постоянно с трубочкой находится, и это самолет, то есть полностью необходимые специальные медицинские умовы. Да, да, поэтому, как бы, к сожалению, перелет дорогой. Вот на этот перелет мы сейчас срочно начали сбор. Ну вот я только сегодня с Киева приехал, буду сегодня днем подбивать, сколько там мы уже смогли собрать, буквально дней 5 мы. Першочергово миколаївці могли допомогти за допомогою сертифікатів на 100 тисяч, 5 тисяч, 10 тисяч гривень, які вони могли придбати у вашому спортивному клубі, в інших закладах. Хотілося б дізнатися, чи досі проходить цей збір по сертифікатам? Да, на самом деле дуже багато колег, да, з клубів, фітнес-залів, інших, з которыми я переговорил, они очень
спасибо им большое, поддержали они там и объединились в этой ситуации. То есть это и Фабрика здоровья, и Елфитнес, и НГУЛ, вот, и Файтхаус, то есть и наши два клуба. То есть все подключились к этой ситуации. На самом деле, да, мы сделали сертификаты там, от 100 гривен до 10 тысяч гривен, то есть на разный контингент людей, вот, и разместили их по разным заведениям. Сейчас, получается, начали подключаться не только там и компании, и Lime Store подключился, и подключили сейчас еще там и стоматологии, и там еще несколько кафе подключаются, и там, ну, в общем, салоны начинают, эта акция быстро распространяться. На сегодняшний день, там, ну, примерно я уезжал в Киев в пятницу, по-моему, мы собрали там где-то до 60 тысяч гривен, и где-то там в районе там 30-30 чем-то тысяч гривен перечислили на карту. То есть там в районе 90-100 тысяч, ну, сейчас там ведутся переговоры, позвонили с Киева, там, не хочу оглашать кто, то есть люди, которых там 5000 евро хотят перечислить на перевод, передать на билет. Вот. То есть мы надеемся, что мы всеми силами все-таки сумеем продавить, что акция идет очень бурно, по всем залам все продается, постоянно дозаказывайте сертификаты, народ как-то вклинился, плюс мы собрали на заседание, я выступил на сессии горсовета, мы собрали там, правда, ну не такую глобальную сумму, как я рассчитывал, но хотя бы хоть что-то, то есть там 25 тысяч гривен мы собрали, правда, большинство, там 20 тысяч с копейками, это там партия «Наш край» собрала, вот, по блоку, кстати, очень активно пособирал, небольшими там суммами, да, ну, маленькими, в небольшом количестве. Да, то есть, ну, вот там 2-3 партии, они тут же откликнулись, как бы, ну, все-таки 25 тысяч на дороге не валяется, спасибо хотя бы за это. Окрім того, що можна звертатись до закладів, які ви вже анонсували, за сертифікатами, можна звернутись до вас у соцмережах щодо допомоги Каріні, також буде проведено ряд заходів, яких буде організовано збір також благодійних грошей на лікування Каріни. Да, мы, получается, помимо того, что ввели сбор, то есть это самое базовое, то, что мы сделали, мы расписали полностью план мероприятий, на которые будут сделаны большие сборы. Но почему я начал ускорять сбор сертификатов? Потому что ограниченные сроки. Потому что, ну, на днях вот пришло первое письмо, вернее, последнее, где написано четко, что 27 числа, да, надо девочку перевести уже в Германию. Поэтому мы начали ускорять процесс. А у нас мероприятие начинается со 2 апреля. То есть люди могут прийти, там будет полностью 2 апреля под патронатом губернатора, мы делаем в областном дворце культуры открытый кубок Юга Украины, там большие команды приезжают, огромный турнир на 1000 зрителей. Вот, мы хотим весь вход полностью, который мы соберем, там сейчас выкрутились, хотим полностью передать на нужды девочки. Плюс там будет 8 апреля в Надежде Mix Fight, международный турнир, там тоже нашими силами и будет сделан сбор, скажем, по помощи и продажа перчаток благотворительных там. Вот, Евгений тоже поддержал. Потом будет у нас, сейчас откликнулись в ближайшие сроки, еще Слайс делает большой чемпионат по современным танцам. Они в концерт-холле «Юность» 25 марта проводят там все эти свои батлы, соревнования. Они тоже, там у них очень много людей, они хотят тоже, сами позвонили, то есть Саша Виноградов набрал, они хотят помочь полностью с сбором. И еще да, то есть сейчас есть вело, то есть не вело, а тоже там большое мероприятие по... забег там на марафон, по бегу там на километр, там 3, по-моему, 10 километров, что такое. Вот я тоже общался на пятницу, сегодня должны переговорить, там тоже хотят сделать сбор денег. Просто единственная проблема, что это в апреле много мероприятий, а мы хотим все-таки успеть. Термин для того, чтобы допомогти дитині поїхати до Германії. Також ми знаємо, що було запущено хештег «Каріна, ми з тобою». Кожна людина, яка отримує сертифікат, яка допомагає дитині на лікування грошима, необхідно, щоб залишилися шила хештег «Каріна, ми з тобою», і Каріна відслідковує це все, вона відчуває підтримку. Да, на самом деле мы запустили такой хэштег, то знаю, то, что девочке все-таки 13 лет, она маленькая, ну, уже такая, скажем, довольно-таки сообразительная, она сидит полностью в соцсетях, и мы запустили этот хэштег, и я тоже многим людям объяснял, они многие там стесняются, все остальное, я не хочу фотографироваться, я хочу помочь, но все-таки мы хотя бы близких людей своих объясняем и убеждаем, что это совершенно, ну, то есть это не пиар-ход. Это первое, то, что самое главное, это распространение акции, потому что люди видят другие, и она быстрее распространяется. То есть мы этим самым помогаем эту информацию быстро как бы распространить. Это ни в коем случае там не является каким-то там пиар-ходом. У нас там слишком много людей, чтобы пиариться. Не та ситуация совершенно. И второе, то, что все-таки девочка по этому хэштегу на больнице, она заходит, смотрит, и ей очень приятно, что ее поддерживают. И там всякие разные знаменитые там люди с Николаева, там приезжали ребята, олимпийские чемпионы из Киева, то есть сборники, которые там по гребле или по каноэ. Вот ребята тоже купили сертификаты.
передали календарь там с олимпийский, ну, олимпийский с подписью, вот, и постоянно, то есть это было сделано именно для этого, то есть, ну, акция очень сейчас активно работает, и я пытаюсь объяснить, чтобы не стеснялись, это совершенно не пиар-ход, это помощь реальная. Що ж, ми також сподіваємося, що миколаївці долучаться до цієї акції, хто ще не звернув увагу, дійсно, Україна потребує вашої допомоги. Нехай це буде лише маленька частинка, невелика сума, але з кожної краплинки можна зробити велике море допомоги. Дорогі наші телеглядачі і наша люба Кріночка, знай, що ми тебе підтримуємо, місто, область, вся країна тримає за тебе кулачки і сподівається на твоє скоріше одужання. Ми дякуємо нашому гостю, організатору благодійної акції допомоги Каріні Драгоміровій, Максим Бреда.